Здравствуйте, уважаемые коллеги, предприниматели. С вами консультант решений Верный РФ Сергей Маслехин. Название сайта, но в принципе можно его... Оно еще есть вон в левом нижнем уголочке экрана, название сайта. Но под видео будет прямая ссылка, по которой можно будет ознакомиться с данной презентацией, с материалами нашего сегодняшнего разговора, а также для тех, кто захочет сам почитать и углубиться в вопрос, потому что вопросов здесь на самом деле очень много. Будут ссылки на страницы, в которых раскрыты отдельные вопросы по программному обеспечению, по электронной аппаратуре, по программно-аппаратным комплексам, по льготам, по грантам, по специфике оформления интеллектуальной собственности объектов, да? И так далее. Здесь мы с консультантами набросали матрицу, то есть примерно как, на наш взгляд, выглядит дорожная карта, которая, в финале которой различные преференции, то бишь гранты, субсидии на разработку или внедрение отечественных решений в сфере электроники, программного обеспечения, программно-аппаратных комплексов, отсрочки от мобилизации, налоговые льготы, льготные ипотеки и так далее, и так далее. Соответственно, это довольно длинный путь по дорожной карте. Соответственно, он касается не только команды, не только юридического лица, то есть структура, от имени которой осуществляется, но касается и продуктовой линейки, да, то есть с чем конкретно работает, с какими отечественными продуктами, IT-решениями и электроникой работает компания, как, собственно говоря, в какие реестры надо попасть, какие аккредитации надо пройти, какой внутренний учет надо наладить, соответственно, как надо зарегистрировать свой продукт и не только в реестрах, но и в качестве правообладания, в качестве объекта интеллектуальной собственности, да, чтобы, соответственно, вот пройти вот этот вот непростой путь и получить максимальный набор льгот, преференций, грантов. Под максимальным преференцией мы считаем получение максимального набора налоговых льгот, пониженная ставка по страховым взносам, по налогу на прибыль, по НДС, соответственно, льготные ипотеки, отсрочка от призыва частичной мобилизации, в том числе для категории IT-специалистов, гранты, субсидии на разработку программного продукта или программно-аппаратного комплекса с нуля, на доработку, это с точки зрения того, кто является правообладателем IT-решения, разработчиком, конструктором, да, инженером, на внедрение отечественного программного решения у себя. Это для тех, кто является заказчиком и так далее, и так далее. И какие вещи надо соблюсти. Так вот, чтобы получить вот этот максимальный набор преференций, надо будет пойти по одной из веток. Ну вот, то есть, например, да, эта ветка про программно-аппаратным комплексом ИПО, вот эта ветка по электроники и аппаратно-программным комплексом, да, то есть и в конечном итоге они, вот видите, все равно сводятся в какой-то степени к льготам, ну, например, по электронике льгот, например, поменьше, но отсрочка от мобилизации тоже есть, да, отсрочки от призыва, например, нет, есть только для айтишников, но я думаю, в дальнейшем появится. Льготная ипотека айти-специалистам по линии айти-компании есть, по линии компании электроники, например, пока, скажем, нет, да, вот, но тем не менее появится. Так вот, значит, каков, собственно говоря, кратко, если путь? Да? Как только в компании начинаются какие-то неокры, под неокрами следует понимать разработку какого-либо продукта и формирование затрат на этот продукт, зарплаты, аренды, покупки каких-то активов, там, я не знаю, привлечение сторонних специалистов. Да? То есть компания должна наладить, во-первых, проектный учет, отдельный учет по проекту, если она собирается в дальнейшем получать какие-то гранты, к примеру, да, или налоговые льготы, там, как не как IT-компания, да, а по какому-то проекту, а уж если субсидию, грант, то тем более. У нее должен быть налажен проектный учет однозначно. То есть внедрением этого проектного учета занимается, как вы видите, вот зеленый прямоугольничек, занимаются у нас специалисты-юристы, занимаются у нас бухгалтера, которые по раздельному учету, по налогам и так далее, да. Вот, условием получения гранта и субсидии очень часто во всех грантодателях, будь то фонды, министерства, является ведение раздельного учета. Смета по проекту, затраты вне сметы.
а также внутри сметы грантовые средства и средства софинансирования. Вот постановкой вот этого раздельного учета тоже у нас, как видите, занимаются специалисты учетные и юристы. Да? Вот, не говоря уже о том, что технический персонал, технические специалисты, айтишники дают раскладку затрат так называемого КТУ, то есть сколько времени или там доля трудозатрат занимался, да, разработкой данного продукта там, по смете от специалиста. Дальше. Это касается, причем зеленая универсальная, она касается и программного обеспечения, программно-аппаратных комплексов, и касается электроники. Да? Вот. Как только появился какой-то результат интеллектуальной деятельности, и его можно оформить как объект интеллектуальной собственности, то есть зарегистрировать продукт, мы имеем дело в юридической подоплеке, ну и, в принципе, с бухгалтерской, технической, с Роспатентом, с ФИПСом, Федеральным институтом патентной стоимости. Да. Соответственно, это режим ноу-хау в компании, это свидетельство на программу на ЭВМ или базу данных, это если мы по электронике, да. Это свидетельство на топологию интегральной микросхемы, это патент полезной модель, промышленный образец и так далее, и так далее. Это если мы идем сейчас по ветке уже электроники. Вот, соответственно, на данном этапе тоже с самого нуля, со стартапа и в качестве продолжения могут быть гранты и субсидии. Они касаются любого продукта, на любой стадии его зарождения. Да? Вот, соответственно, как только продукт, например, разработан, да, он ставится в соответствие, он получается соответствующее свидетельство, подтверждающее право, а также этот продукт, то есть электроника или телекоммуникационные изделия, компонентные базы, радиоэлектронные изделия или ПО, софт, попадают в соответствующие реестры. Пока их ведут разные министерства, Минцифры и Минпром. Да? Но вообще, кто следит за темой, знает, что эти реестры будут в дальнейшем объединяться. Так, теперь, значит, сама компания, независимо, ну, скажем так, условно независимо от продуктовой линейки, которой она занимается, подлежит, допустим, регистрации в определенных реестрах. Реестр IT-компаний, как вы знаете, ведет Минцифры, реестр дизайн-центров электроники, который разрабатывает электронику, проектировщики, назовем ее, да, ведет Минпром. Также Минпром ведет реестр отечественных производителей электроники, ну, то есть те, кто физически делает, монтирует, допустим, да, распаивает электронику на печатной плате, к примеру, да, или там делает любую другую схемотехнику. Вот. Соответственно, это реестр компаний, которые занимаются в этой сфере, да, то есть их ведет. И обратите внимание, сейчас вот эти вот веточки не или как бы, да, а последовательно, без регистрации и, скажем, софта и электроники в соответствующем реестре, данную компанию зарегистрировать как производителя, как разработчика не получится. Да? Ну и вот, например, я здесь кратко уж публикую, да, не пишу проекты, не пишу постановление правительства, не говорю здесь про 719-е постановление правительства, да, о подтверждении производства отечественной продукции на территории Российской Федерации, да, про 878-е постановление не говорю, отечественная электроника и так далее. То есть, в принципе, кому захочется, может углубиться, вот, допустим, по линии электроники есть следующий слайд, да, ну и, соответственно, я обещал под видео ссылки на страничку, где подробный перечень услуг, подробный перечень действий, которые надо произвести для того, чтобы добиться вот этого самого счастья. Вот по матрице кратко все. С вами был консультант решений Верный РФ Сергей Маслёкин. Обратите внимание, вот у нас есть три типа консультаций, три типа занятости по вопросам, три типа, скажем так, несколько категорий привлекаемых специалистов. Где-то требуются инженеры-аналитики по электронике, где-то требуются инженеры-аналитики по софту, по программно-аппаратным комплексам, где-то требуются юристы по объектам интеллектуальной собственности и результатам интеллектуальной деятельности, да? Где-то требуются бухгалтера, консультант-универсал. То есть в различном сочетании по вот этой матрице мы набрали компетенции и оказываем как разовые консультации для раскрытия отдельного какого-то вопроса или пачки вопросов, чтобы люди начали ориентироваться, а также сопровождение процесса любых аккредитаций, попадания в любые реестры, сопровождение процесса получения грантов, субсидий. Вы можете посмотреть на страничке по ссылке. Там по ссылке довольно серьезные цифры у нас уже есть в бэкграунде, в нашем портфолио. Содействие компаниям в получении льгот на серьезные суммы, содействие компаниям в получении грантов на серьезные суммы и так далее. Обращайтесь к профессионалам. Успехов вам в реализации ваших проектов. Всего доброго.